Здрасте. 15-го года Rapid. Вот что-то после зимы такое ощущение, как очень туго стал электроусилитель работать. Если там хотите, присядьте, попробуйте. Вот раньше на месте вообще вот одним пальчиком он крутился, грубо. Ну да, там когда по трассе едешь, само собой. Давление шинок все нормально. Ну вроде нормально. Ну проверял, как бы вот когда ставил, ну переставлял с зимнюю на летнюю, там где-то может в апреле. Может быть просто банально быть в этом. Банально просто давление шин. Не, ну давление это, так, оно... внешне, да, внешне вроде бы. Ну что вы скажете, ту же? Чем? Что я что-то, у меня там вторая машина, ну в основном жена ездит, вторая машина у меня, А6 Audi, я сегодня сел, думаю, дай проехаться, она все говорит, туже, я бы что-то после А6 вообще... Точно такая же Шкода, она... Есть у вас что-нибудь? Но она уехала сейчас. Не-не, руль туже, особенно вот когда паркуешься задом, вообще очень сложно. Раньше так легко руль крутился, и в движении, вот я сейчас проехался, даже в движении, когда перестраиваешься, там с ряда в ряд, что-то как-то, ну блин, ну усилие оно чувствуется, что не должно. Он же тут же электро, чисто усилитель, он вообще должен легенько крутиться. Давайте я по чуть-чуть. Проехаться хотите? Пожалуйста. Так, ну посмотрим, сейчас заедет, пойдем, может, туда. Сразу скажу, что снимаю я нелегально, если плохое качество звука, прошу меня простить. Так вот мастер за. Сейчас ты здесь, мы никуда не заходим. Сейчас 2 минуты буквально. Я бы сейчас выехал. А, то есть вы хотите давление, да? Хорошо, а вот, а, допустим, в поло, там... Ну, это надо машину с машиной одинаковую. Одинаковую, да? Понимаешь? Ну, там его... Мужчина, подождите там, ну... Потому что... У человека своя работа, понимаете, да? Если хотите, зайдите к массе, он вам даст накидку и будет состоять хоть целый день. Сетку забери с машины. Хорошо, а это вообще как-то какими-то приборами диагностируется или нет? Диагностируется это как-то вот компьютером там или чем-то? Давайте мы вначале, ну, начнем. Планомерно мы разберемся, а потом я скажу. Хорошо. Продолжение видео. Будет выезжать.
сейчас это как это? О чудо! Колеса стали хорошо крутиться. Да нифига. У нас всего подкачали колеса. То есть руль стал. А, то есть пошел куда-то. А пошли все-таки, пускай нас запустят туда. Здравствуйте. А как туда в ремзону попасть? Там... Для чего? А там загнали рапид, что-то там с электроусилителем. Просто туда попасть как-то можно или... Бордового цвета там такой. Выехал, да? Выехал, да? Это, блин, Брест, как Брест. В общем, под передом была разница. Я подкачал 2.2, 2.3, это ближе, там у вас 3 есть, видели там? Есть один-то предел там по шинам, потом эко. Ну эко, там при... Эко да, накачиваешь, да. Это оно просто, скажем, оно чуть будет меньше там, ну, меньше, да, расход как бы такой оптимальный. То есть сколько вы сейчас там поставили? 2.3? 2.2, 2.3. То есть впереди 2 и... Да, у вас было... 1.9, на одном 1.9, на втором 1.8 было спереди. А поставили 2.3? 2.2. 2.2. 2.3. Не понял. Вперед 2.2, зад 2.3. Спереди 2.3. Да, ну там зад там на один бар больше. Ну и что, лучше оно стало? В общем, я с полос сравню сейчас с новым всем. Да, то я как бы такой разницы большой не вижу, вообще никакой. Плюс пол резина 195-ка. Вот. Здесь резина 205, то есть чем шире резина, не, ну это понятно. Идет это. Ну я просто по ощущениям, как... По ощущениям я там не вижу никакого. Ну, я думаю, что тут все нормально. Опять была зима шины. Тоже 195-ка. 195-ка. Здесь у вас стоит 205-ка. Не, не, а так то же самое было. То есть это началось вот после зимы, еще когда стояли зимние. Ну я думал, может... Если честно, я, ну, не знаю. Для меня, то чтобы где-то, если бы он бы что-то там отказало, и как-то он отказывает электро, вы как бы пустите резко сразу. Не, ну я не говорю, что он вообще не работает, но все равно как бы туже, чем хорошо. А там есть какие-то, может там режимы какие-то есть, если там на компьютер, допустим, там, или там ничего такого нету? Дорогих машинах, вот в Туарегах, то 100% есть. При увеличении скорости становится тоже. Нет, так и тут нет, тоже такое тут есть. То же самое. Ну, может просто почитать там, ну, ошибка есть, работа не работает. Ну, по, не знаю, по моим ощущениям, я как-то разницу вот, пола я завел. Хорошо, а где ваши сейчас новые рапиды стоят? Где-то ж, ну... На Янке Купалы да, где-то? Да, а да. Где там старинные? А где это на Янке Купалы? Поворачиваете на кольце направо сразу. И... Там где Рено? Так, подождите, Рено? Нет, подождите, не напротив перекрестка на Гаврилова, вот в районе в этом. Так, а где там? Там где раньше, были Митсубиси или что-то да, такое? Да, да, да. А, да. Все, я понял. Сан, или не Сан, за базовый ПС там где-то. Во, да, вон там. У нас такой тестовый еще есть, красный. Может быть, он у них там, скорее всего. Рапид, да? Рапид, да. Ну, я понял. Хорошо, спасибо. Ну, подъедьте просто так вот. Ну да, посмотреть. Я с полом не знаю. У меня нету никаких. Хорошо, спасибо.
Ну что, друзья, как-то так, как я и думал, все нормально, все хорошо. Извините, что видео такое может быть перевернутое, но по-другому не удалось снять. Сейчас посмотрим. Колеса, говорит, был дисбаланс накачки. Сейчас попробуем. Сейчас, ладно, уже переверну. Вот. Ну, то же самое. Не, ну, может чуть-чуть и легче стал, но все равно. Все равно это все фигня. Он не так работает, как работал. Сейчас поедем еще в отдел продаж. Там, говорят, есть на тест-драйве похожая машина. Ну, Rapid, в смысле. Попробуем у него. Все, пока, всем пока.